Здравствуйте, друзья! Многие из вас на вопрос, что общего между Одессой и Сицилией, скажут, наверное, мафия. Вот. Но мы попросим открыть коробочку сицилийского. Опа-на! Это пирожные. Вы скажете, ну хорошо, а где же Одесса? Значит, я вам отвечу. Во-первых, в Одессе это бы пошло неплохо. Во-вторых, это принесла женщина из Одессы. У нее в жизни радость. Так, а теперь у нас тоже. Вот. Ну, плюс, конечно, там диабет, лишний вес и так далее. Это отдельно. Это отдельно. Да, смеются. Это не смешно. Да. В общем, друзья, я даже не пробую у вас на глазах. Я, знаете, обычно люблю, чтобы кто-то меня снимал, а я бы в это время дегустировал. Но я думаю, это будет слишком, жестоко, да. Теперь снимите. Так. А тут еще один подарок у нас. Этот уже пришел, ну, можно сказать, по почте, доставка. У нас была на канале девушка, да? Да. Вот, девочка Таня, она была из Миннесоты. Вот, а оригинал из Белоруссии. Все еще удивлялись, что она всего 2 года в Америке, а уже такой сильный акцент стал на русском языке. Так вот, Таня переехала в Техас, и другая наша студентка взяла ее все на работу. Видите, как связи налаживаются? И вот Таня прислала такую красивую штучку. Друзья, я не пробую вас на глазах из соображений этических и гуманизма, общечеловеческих ценностей. Но вот посмотрите, ну симпатично, симпатично. И даже не знаю, что лучше есть. Сладкое или сладкое с жирным? Вот. Что правильнее? Вот. Ну, в общем, друзья, когда будет радость какая-то, присылайте. Вот мы с удовольствием снимем и всем покажем.